Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игорь Озеров, и я приветствую заведующую отделением медицинской профилактики городской поликлиники номер 1, психиатра-нарколога Анну Ногослаеву. Анна Геннадьевна, добрый день. Добрый день. Обсуждать будем нашумевшую новость, ну, довольно долго ее вот обсуждали предварительно, ходили разные слухи, как это будет реализовано в виде закона, что конкретно войдет в этот закон, но сейчас ясность полная появилась. Я имею в виду то, что вот депутаты Народного Хурала Бурятии на сессии 27 июня приняли законопроект с новыми ограничениями по розничной торговле алкоголем. Мы спустя день записываемся, 28 июня, обсуждения бурные идут, я знаю, в частных разговорах предприниматели волнуются, потому что это их сильно касается, ну, народ, наверное, тоже каким-то образом кто-то радуется, кто-то волнуется. Вот все эти новшества, нововведения мы поэтапно разберем, но мы о них с вами так или иначе говорили, да, в наших предыдущих программах. Но вот сейчас в целом, да, вот эти вводимые ограничения по торговле, значит, по времени продажи, по введению дополнительных трезвых дней. Вот вы, посмотрев на этот закон, как вы считаете, то есть соответствует это вашим ожиданиям, или больше мер принято, или меньше мер принято, чем вот вы как специалиста рассчитывали? Ну, я даже сейчас немножко так подвисла, да, в небольшом, я не то чтобы недоумении или удивлении, потому что я даже не ожидала, что речь зайдет о розничной продаже, об ограничении розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах, да, потому что я думала, честно говоря, что это коснется только так называемых наливаек, то есть кафе, там, где площадь не соответствует, где пиво продают. Да, где уставной капитал недостаточно. И поэтому, конечно, ситуация достаточно серьезная, и я слышала буквально из первых уст, да, от людей, которые присутствовали на самом высоком уровне на этом заседании, что там прямо не на шутку все, конечно, битва была, и предприниматели очень-очень защищали свои интересы. Вот, ну, решение вынесено на самом высоком уровне, да, и, как говорится, будем ему следовать, будем его принимать, при том, что там дана же фора, да, до марта следующего года. Да, 1 марта 2025 года вступит закон в силу. Как-то, так сказать, перестроиться, продумать свой бизнес по-новому. Поэтому, ну, что имеем, то имеем. Ну, давайте, да, вот эти конкретные вещи, которые в законе прописаны, проговорим. В закон внесен пункт, который запрещает реализацию алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Вот о чем вы сказали. Значит, эта мера не коснется пристроев к домам, а также близстоящих отдельных стационарных киосков. И, значит, это 17% от общего числа торговых объектов, значит, вот в МКД именно в многоквартирных домах расположено. Ну, вот это, давайте вот на ней остановимся, самая, наверное, такая громкая часть этого закона. Эта же история касается и федеральных, да, сетей, никого называть не будем, рекламировать, да, не будем, да. и местных предпринимателей. И вот я вот такую тревогу слышал, вплоть до людей, которые вообще не пьют, они говорят, ну что теперь делать, у нас теперь вот магазины во дворах, у домов, они просто закроются. Там нам водка-то не нужна, но вот жалость, как мы будем, где мы будем продукты покупать? Как, ну, какие перспективы здесь? От этого же населения было достаточно много реплик, да, в социальных сетях, когда небезызвестные федеральные центры открывались как грибы у нас с начала прошлого сети года. Магазинов, да. Да, более того, я хочу подчеркнуть, что именно владелец одной из этих федеральных сетей по итогам прошлого года стал практически единственным предпринимателем на всю Российскую Федерацию, чье состояние в течение 2023 года, по-моему, в 3 или 4 раза выросло. Супротив очень многих других предпринимателей, таких маститых. Вот. Поэтому сказать, что они нищие на паперти, их так бедненьких надо пожалеть, такого нет. Если говорить о мнении тех, кому не хватает продуктов возле дома, наши вот сети местные, да, такие как «Титаны Абсолют», они достаточно развиты, и Николаевский магазин туда же. Да. И мне кажется, продукты сейчас, в принципе, в доступе почти в шаговой доступности. Ну, может быть, они не во дворе продаются, но так, чтобы прямо их искать за 3 земель, такого нет. Ну, понятно. Ну, допустим, вот магазин в многоквартирных домах, вот у всех этих представителей этих сетей местных, да, такие магазины есть, да. Вот насколько, может быть, вы хорошо знакомы с опытом других регионов, да, которые вот
в борьбе за трезвость немножко дальше нас ушли. Может быть, Якутия, может быть, Тыва, не знаю, может быть, ошибаюсь, может, еще какие-то примеры. Вот насколько изъятие из продажи алкогольной продукции ощутимо бьет по бизнесу или не бьет, или замещается каким-то другим ассортиментом? Что здесь можно сказать? Какой опыт есть? Ну, я в основном слежу за смертностью, заболеваемостью, да, там, как это по бизнесу ударяет. Я могу сказать, что с нашим бизнесом, в принципе, все в порядке, если смотреть статистику трат, да, нашего населения на алкогольные и табачные изделия. Да, я всегда об этом не устаю повторять. В среднем, если смотреть цифры Бурятстата с 2017 года, 17, 18, 19, да, ну и вот последние там 20, 21, 22 года, да, в среднем тратится в нашей только республике на алкогольные изделия около 15 миллиардов рублей и на табачные в пределах 7 миллиардов. То есть 22-23 mm-hmm. миллиарда ежегодно Бурятия отдают, как говорится, в закорма бизнесменов, которые занимаются продажей алкогольных изделий и, как бы, и табачных. Да? Угу. Поэтому жалеть бы этот бизнес, может быть, с точки зрения медицинского работника я не стала. И мне все-таки, я сейчас оговорю об опыте, да, да. Якутии, но в начале нашей передачи, как канву, я бы хотела запустить, и мы тоже об этом уже говорили, но тем не менее считаю нужным это повторить, что существует государственная концепция снижения потребления алкоголя, да, сейчас уже до 2034 года, по-моему, она была в проекте, вот не знаю, подписана она или нет, но в любом случае она была, всегда есть и будет, да, и она будет утверждена, где вот словами президента черным по белому, значит, написано и говорится, и красной такой строкой подчеркнуто, что безопасность и здоровье нашего населения, граждан Российской Федерации, находится в безусловном приоритете над экономическими интересами участников алкогольного рынка. Ну и, как говорится, вот от этого мы будем отталкиваться. Если говорить об опыте соседей, это, конечно, Саха-Якутия, да, там, допустим, у них вот этот вот закон на региональном уровне о том, что в многоквартирных домах запрещена вот розничная продажа алкоголя, он принят давно. И у них, допустим, вот такого наплыва федеральных вот этих сетей, да, которые у нас случились буквально в прошлом-позапрошлом году, у них такого нет. Это не значит, что у них алкоголь не продается, но поскольку они свои меры, направленные на снижение потребления алкоголя среди населения, ну, немножко, даже не немножко, а значительно раньше нас начали, значительно раньше Республики Бурятия, допустим, позиция такова, что у них сейчас 206 трезвых территорий, то есть сел, на территории которых не продается алкоголь, а у нас уже 26, но супротив, как говорится, пока еще 26, да, против того, что имеет Саха-Якутия. Ну, чуть меньше, да, чем в 10 раз, да, меньше. Поэтому я считаю, что это вполне закономерно, что мы пришли к такому заключению, что нужно и в многоквартирных домах запретить, как говорится, вот это безобразие, розничную продажу алкоголя. Если говорить, допустим, у меня как бы такой выкладки нет экономической, да, а как предприниматели потеряли свои интересы, сколько там они в капиталах потеряли, честно говоря, я к этому как-то вот так достаточно прохладно отношусь, извините уж меня, да, но если смотреть вот в разрезе малого одного села Тахарюк, где с 2000 года, да, алкоголь не продается по факту вообще, да. Тем не менее, там есть предприниматели, люди там жить не перестали, и они, я вам даже больше скажу, я там лично была, они стали жить гораздо лучше, да. И с предпринимателем, вот мы разговаривали не лично с ним, а с главой поселения, я спрашивала, прям вот есть такой фильм «Тахарюк-то, территория трезвости», да, что случилось вот с этим вашим предпринимателем, который пошел навстречу, да, решению жителей села, отказался от завоза алкогольной продукции, разорился ли он? Нет, он прекрасно живет, существует. Почему? Потому что произошло перераспределение приоритетов и перераспределение, как бы, того, что люди начинают покупать. Да? То есть они перестали покупать алкоголь и табак, они стали покупать больше фруктов, ну, каких-то, может быть, детям вкусняшек, да, базовых продуктов. Они захотели там то и это. Да, какие-то фермерство у них развивается, опять, у них зарабатывают везде, больше. Да, да. У них техника, но это не касается техникой, конечно, предприниматели не торгуют. Но там прекрасное село, там крупный рогатый скот, дети, возвращающиеся, которые вот к своим родственникам, да, там, может быть, оно и не такое большое, но я вам скажу, что
предприниматель, с ним ничего не случилось. Он прекрасно, как говорится, живет и здравствует, и очень даже хорошо себя чувствует. Потому что при всем моем сочувствии, да, вот предпринимателям, которым нужно будет сейчас перестраиваться, я думаю, что... Ну, вы думаете, они скорее перестроятся, чем закроются, если, грубо говоря? Ну, вот это уже я, конечно, сказать. За них решать не могу, это их совершенно право, да. Тем не менее, я им желаю, конечно, всяческих успехов уже вот в новом разрезе, да, с новыми требованиями. Но я хочу опять же вернуться, мы же сейчас говорим все-таки не о нуждах предпринимателей и о их скорбях, да. Мы говорим сейчас о очень важных вещах, о направлении демографической политики государственной. Мы говорим о государственных вещах, поскольку демографическая ситуация находится в опасности. Да? Вот, и мы, по-моему, уже этот крест перешли, когда рождаемость, она пересекается, и смертность, значит, ее превышает. То есть мы не воспроизводим сами себя. У нас людей умирает больше, чем рождается, простите. А государство – это мы. Я уже один раз на этой передаче говорила. Государство не бывает без людей. Да? Более того, если коснуться этой темы глубже, да, допустим, мы многонациональная республика. Но, тем не менее, вот буряты, там, якуты, эвенки, да, все равно они относятся к национальному меньшинству. Да? И невзирая, там, несмотря на другие проблемы, такие как, вот, допустим, утрата языка, да, частично родного, снижение численности именно вот, бурятского населения, не побоюсь этого сказать, да, сохранение вот, генофонда бурятского народа, оно напрямую зависит от потребления алкоголя и какими путями будет это достигнуто. То есть снижение доступности алкоголя для населения, да, вот это во первых строках-то и стоит. То есть это будет поднимать в том числе и демографию. Да, было много замечаний сказано, что как вы хотите вот только ограничительными мерами все это делать, нужно все делать в комплексе. Да мы-то знаем, что это в комплексе нужно делать. И на самом деле это в комплексе делается. Посмотрите вокруг, как меняется город, как меняются люди, как меняется наша молодежь. Сейчас за Клинским молодой уже не так быстро бежит, как он бежал в 90-е годы, если он бежит вообще за ним, да. То есть, ну вот, я когда была молодой, ну, я не черепаха Тортилла, да, вот, но у меня в моей молодости не было вот этих электросамокатов, да, и прочего. Сейчас можно, как говорится, провести время, куда-то съездить, даже по России, ну, на тот же Байкал. В нашей молодости в каждом киоске продавалось все от водки до пива там и так далее. Потом постепенно все это сокращалось. Ну, соответствующие, да. Все-таки, Игорь, были проблемы, потому что я, да. Допустим, вот на Шишковке у меня дом, я помню, что у нас вот эти киоски, они стояли там по периметру, да, и вот этот наш двор находился на перекрестке 6 дорог, да, и вот ночью, летом, особенно в теплое время года, начинались просто крики и хождение вот этими тропами, да, вопли там, драки, или, как говорится, да, драки и так далее. При всем при этом я хочу сказать, что и сейчас эта проблема ведь не решена. Почему, собственно говоря, к этому пришли и так большой мой поклон депутатам Народного Хурала, что они, как говорится, обратили на нужды населения, да, что, ну, население-то спивается, грубо говоря, и именно потребление алкоголя, оно вносит свою лепту в причины внешней смертности, которые достаточно высоки. И мы еще не копаем такую тему, как употребление алкоголя, да, как причина осложнения фатальных сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в диагнозе пишут инсульт или инфаркт, а очень часто, деле, да, очень часто первопричиной это являлось употребление алкоголя или злоупотребление алкоголем. Да? Если, допустим, смотреть структуру смертности, ну, по одной из поликлиник городских, да, там, допустим, очень большую лепту, самая высокая смертность произошла с 1 января по 14 января, вы понимаете, да, какие, да, это, да, даты? Среди трудоспособных мужчин, не работающих и проживающих в одиночестве. Да? То есть, ну, давайте предтечу посмотрим, да, что почему трудоспособный мужчина трудоспособного возраста, он не живет в семье, да, и не работает. Да, грубо говоря, потому что он злоупотребляет, да, вот. И доступность алкоголя, особенно дешевого, да, она всегда играет свою пагубную роль. Опять же, сейчас там выступит сейчас целая, значит, толпа с криками, что когда нет там дешевого алкоголя, да, легального, появится нелегальный боярышник, самогон. Я хочу еще раз повторить слова собриологов. Есть такая наука о трезвости, собриологии, да, что употребление нелегального алкоголя прямо пропорционально употреблению легального алкоголя. Потому что нормальные люди, как бы, откуда берутся алкоголики-то?
Они что же не алкоголиками, ни один человек не рождается. Я вот ни разу не видел, что... И не планирует стать. И не планирует стать. Да. Это все начинается вот так вот, да, от того, что ребенок заходит в магазин этот у дома, да, и там вот эти ряды бутылок алкогольного яда стоят рядом с детскими игрушками, с детскими чупа-чупсами, да, и у нас очень многие местные сети тоже этим грешат, да, когда, значит, жвачечка, шоколадочки, а сзади иконостас алкоголя. И у ребенка эта картинка, она запечатляется. Не потому, что родители плохие. Родители пришли, может быть, действительно за продуктами, да, вот. Но предприниматель знает свое дело, да, и он знает, как ему создавать поле деятельности, чтобы, как говорится, его алкоголь покупали и те, кто сейчас маленькие, да, вот. И ребеночек там, он идет в корзиночку, он складывает там чупа-чупсик, шоколадочку, мама батон, папа, значит, бутылку пива туда, полторашечку там или две полторашечки. И вот ребенку его зомбируют с детства, что алкогольный яд, да, а мы помним, что любое алкогольное изделие, содержащее этиловый спирт, поверьте мне, как наркологу, является абсолютным ядом. Ребенку кажется, вне зависимости от того, да, легальный он или нелегальный, что это допустимо, что вот эта бутылка пива, да, которую папа купил, это такой же продукт, как хлеб, который купила его мама. Вот в чем опасность, понимаете? Да, конечно, у предпринимателей будут проблемы, да, ну, у них будут трудности, и я им от всей души сочувствую, да, но существуют другие товары, которыми можно заниматься, и как-то же в других городах, где предприняты такие же меры, да, там, по ограничению, а у нас, допустим, по уставному капиталу не такие уж драконовские меры, там всего, по-моему, сколько требуют? 600 тысяч. Да. А я знаю, где 1,5 миллиона региона требуют, да, уставной капитал. Более того, вот, ай-яй-яй, как жалко наших бедных предпринимателей Республики Бурятии. Да, я как землячка им сочувствую. Но давайте посмотрим структуру лицензиатов алкогольной продукции. Я изучала в свое время, занималась этим вопросом. Допустим, по Тункинскому району у нас основные предприниматели, которые держат лицензию по продаже алкоголя, это господа иркутяне. А проблемы иркутских предпринимателей в разрезе с проблемами внешней смертности граждан Республики Бурятия и моих земляков, лично меня они как бы меньше волнуют. Меня интересует здоровье и благополучие моих земляков, моих граждан, моих соотечественников, понимаете? Ну, тут уж вы на мою больную мозоль наступили, как говорится, ну, Игорь, извините. Да, нормально. Ну, иркутяне нам ближе в километраже, поэтому, наверное, так получилось. Со всем уважением к предпринимателям Иркутской области. Со всем уважением. Согласен. Анна Ногослаева, программа «Мнение». Вы упомянули праздники новогодние. Я слышал вот в закулисье обсуждения вот пунктов вот этого закона, предприниматели отбили то, что, значит, разрешено будет торговать алкоголем 1, 2, 3 января. По-моему, запрет такой был. Видимо, ну, конечно, не дай бог смертность-то в эти дни снизится у нас с 1 по 14 января. Ну, они, видимо, в порядке компенсации то, что им в МКД запретят находиться. Игорь, ну вот понимаете, я торговать же уже озвучила, да, что... Торговать. Безопасность и здоровье в приоритете над экономическими интересами участников алкогольного рынка. Это первое, да. Второе – это то, что алкоголь не является пищевой продукцией. Раз. Он не является предметом первой необходимости, да. Или то, без чего. Человек не может без воды, без света, да, без пищи. Это хлеб. Ну что там, картофель пусть будет, там мясо, понимаете? Ну, первоочередные продукты такие, крупа, зерно. То есть, есть же стратегические запасы, да? Белки, жиры, углеводы. Белки, ну вот, вы все прекрасно знаете, Игорь. Алкоголь как бы это стимулятор, да? Да, его хотят люди. Я очень с горечью вижу в основном такие комментарии негативные. Вот мы скатимся. Вот это очень принято у нас сухой закон все Горбачу упоминать, да? Вот, ну... Извините, Михаил Сергеевич, он действовал как умел. Не в комплексе, простите, да. Вот. Но там были и положительные моменты, да. Да, вырубили виноградники, но смертность-то снизилась, особенно снизилась младенческая смертность, когда пьяные матери своей грудью задавливали детей во сне. Простите, ведь и такое тоже было. К сожалению, это и сейчас тоже может случаться. Сейчас, вот, кстати, ужасная новость прошла, что мама выпила, по-моему, водки, покормила ребенка грудью, и он скончался от отравления. Да, потому что у детей отсутствует гематоэнцефалический барьер, который не пропускает яды, в данном случае алкогольные, в центральную нервную систему. Вот. И концентрация алкоголя у него превысила критическую, остановились дыхательные сосудодвигательные центры, и ребенок погиб. А вы объясните мне, для чего кормящая мама, да, употребляла этот алкоголь? Для того, чтобы создать прибыль для предпринимателей, да? Ну, давайте так вопрос перевернем наизнанку, да? Для того, чтобы предприниматели выполняли план, и у них все было хорошо с прибылью. Поэтому кормящая мама идет в магазин, покупает водку, и ребенок умирает. Может быть, я такой... Предприниматели этого точно не хотели.
Конечно, они вам скажут, что они не хотели, да? Но это же случилось. Давайте вернемся к цепочке изначальной. А откуда этот яд-то приник? Пришел, проник, понимаете? Мама же не где-то его там с потолка взяла. Она, возможно, пришла в магазин и там купила, да? Ну, скажут, вот мама сама должна думать. Ну, знаете ли, вот доступность алкоголя для населения – это очень важный фактор, который мы должны снижать. Те, кто занимается и профилактикой, и ограничением на законодательном уровне. На самом деле ведь к этому же мы вот… То, что говорят, нет комплекса. Да комплекс-то был, просто этого не всегда видно. Вот эти вот 26 территорий трезвости, их с кровью выбить-то тоже сложно было. Вы поймите, мы начинали это всего с трех территорий, когда у Якутии уже было 100. Я не говорю о том, что нужно гнаться за соседями, что там догнать и перегнать, что есть какой-то план. Но меня очень радует, что есть уже тенденция, да, и что наконец-то Минпромторг уже играет на нашей стороне. Потому что раньше на всех заседаниях Минпромторг вставал и говорил, нет, налоговые сборы упадут, нет. Мы не можем снизить продажу алкогольной продукции, да? Вот. Ну, я понимаю, что в Минпромторге же тоже наши люди сидят, да? Государственные мужи, которые, во-первых, они понимают, что такое направление государственной политики, и, во-вторых, они действительно, может быть, благодаря тому, что мы об этом с каждого утюга кричим, да? Мы говорим о том, что потребление алкоголя, уровень напрямую влияет на смертность от внешних причин. Помогите наш народ, как говорится, уберечь от смертельных осложнений. Не дайте ему вымереть от алкоголя. Ну, извините, что я такими лозунгами говорю, страшными. Но, к сожалению, это правда. Ну, возможно, здесь и изменилась позиция наших республиканских чиновников, представителей ведомств, министерств. Может быть, из-за того, что федералы как-то более активно стали действовать, поскольку вот, значит, сейчас Бурятия на последней 85-й строчке национального рейтинга трезвости среди регионов страны. И, значит, объем продажи алкоголя увеличился последние 3 года почти на 10%. И, значит, ну там 40% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, и 40% погибших в ДТП были нетрезвыми. Ну, я не думаю, что это прям такое персональное внимание именно к Республике Бурятия. Я скажу, что по ДФО есть, к сожалению, регионы, где еще хуже ситуация. Ну, 85-е место, все, всех победили. Ну, я к этим рейтингам как бы отношусь, может быть, с небольшим недоверием, но если вот говорить конкретно о торговых точках, да, оборачиваясь на Америку, о которой сейчас не принято вслух говорить, но тем не менее, как говорится, у врага можно брать и хорошее, да, они делали такое исследование, как случаи травматизма в привязке к плотности распространения вот этих вот торговых точек, продающих алкоголь. И, соответственно, вот по городу, да, в тех районах города, где плотность продаж, точек продаж алкоголя была выше, там же был выше уровень травматизма. Да? То есть, и мы отсюда опять же вливаемся, вот, подходим к нашей старой теме, да, о том, что потребление алкоголя напрямую влияет на причину внешней смертности. Да? Вот. Плюс еще, ну, это уже я не знаю, заканчиваем или нет, я какой-то итог подвожу. Плюс к тому еще вот эта вот доступность алкоголя, да, вот эта вот разрешенность вот этих магазинов у дома торговать игрушками, сладостями, алкоголями в одной корзине, да, оно настраивает алкогольную программу у детей. Да? А вот. Наличие вот этих вот скидочных акций всяких, их там привлечение дешевыми яйцами, там дешевым молоком, это все всего лишь рекламные, как говорится, вот, ну как они называются, привлекушки. Продвижение акций. И здесь как бы забота-то о здоровье населения минимум. Их интересует только чистая прибыль от продажи непосредственного продукта. И еще добавлю, что, допустим, алкоголем-то торговать на самом деле легче, потому что этот продукт не портится. Его списывать не надо, да, там каждые сколько-то. Особых условий хранения он тоже не требует. Я говорю, как бы, как знающий человек, почему. У меня сестра в перестройку работала в фирме, которая занималась продажей йогуртов. Вы знаете, я врагу не пожелаю торговать йогуртами. Потому что там не то, что там, во-первых, их нужно погрузить особым образом, чтобы они доехали. Да, хрупкий товар. Да? Во-вторых, в течение определенного срока продать, да, чтобы там, не дай бог, там оболочка. И в-третьих, если вы их просрочили, вы просто так их не выбросите. И было дело, когда они всей фирмой сидели и ложечками чайными выколупывали вот эти из каждого стаканчика этот йогурт в чан. Потом этот чан они везли, да, на свалку, и там этот чан должен был вылить. То есть, если штучно эту продукцию просроченную выбросить, кто-то же может отравиться, и требования были высоки. Вот. И я до сих пор, как кошмарный сон, вспоминаю, конечно, практику ее, хотя на самом деле она не была продавцом, да, но она сидела так же ложечкой выколупывала послушно этот йогурт чан. Да? А водка она что?
Ну, ее поставил, и причем это тот самый изделие, которое точно продастся, да? Ну, наверное. Хотелось бы, чтобы нет, но пока такая сложная у нас ситуация. Анна Ногослаева, программа «Мнение». Анна Геннадьевна, еще не заканчиваем мы, давайте вот к другим мерам. Я поторопилась, простите. Нормально все. К другим мерам перейдем. Разрешенное время продажи алкоголя в магазинах будет сокращено. Сейчас мы, значит, с 9 утра до 9 вечера можем приобрести, да, согласно изменениям, значит, с 11 утра и до 8 вечера. Ну, то есть сократилось на сколько получается? Здесь 2 часа, а здесь 3, на 3 часа. Ну, как человек, занимающийся мерами по ограничению, да, занимавшийся, может быть, я могу сказать, что это еще, товарищи, мы роскошно живем. Потому что есть, допустим, регионы или город Кызыл тот же, да, где продажа алкоголя вообще с 11 до 3. Так что это еще. Да, так что, или там в Чечне, по-моему, вообще 2 часа они торгуют, да, этим алкоголем. Вот, а есть вообще, допустим, страны, где никогда нельзя его продавать, Объединенные Арабские Эмираты, да. Угу. У меня там один знакомый побывал, и как раз у него случился его день рождения, и он этот задорого купленный где-то в ресторане, маленький-маленький вот этот баклашечку, он тайком, закрывшись полотенцем, пил на пляже, озираясь, потому что там ходит полиция, да, угу. А у него были невозвратные билеты, и ему не улыбалось на трое суток загреметь в тюрьму, да, эмиратскую, и там, значит, прошляпить свои эти билеты. И он приехал, и он мне сказал, знаете, вот он сказал, Анна Геннадьевна, там жизни нет. Вот, ну это я, так сказать, это такая шутка, может быть, в которой доля правды. С его колокольни, да, жизнь. Да, потому что зависимые люди, для них, конечно, все упирается вот в их психоактивное вещество. И если его нет, соответственно, нет жизни. А если говорить серьезно, как бы, я в этих ограничениях тоже вижу определенный плюс. Потому что посмотрите, сколько у нас всяких пьяных ДТП, да. Там леди въехала в металлический шар, да, чуть ли не в центре города. Ну, два шара автоледи. Два шара автоледи, такси, да, минус долой, да, значит. Ну, это что такое? Вот если какая-нибудь автоледи или кормящая мама не сможет приобрести вечером, да, бутылку алкоголя лишнюю, может быть, не только два шара останутся целыми, но и ребеночек будет жить, понимаете? Это же мы говорим... Понимаете, с одной стороны, у нас на чаше весов вот это вот интересы, как говорится, да, тех, кого в Божий храм не велели пускать, да, вот, а с другой стороны, у нас на другой чаше весов жизнь нашего населения. И это как бы темы такие, что я, конечно, понимаю, что я с одной стороны с баррикады, да, разговариваю. Я, да? Я пытаюсь задавать вопросы, да, чтобы другая сторона была представлена. Еще вот, ну, мне кажется, выбор-то он очевиден, понимаете? Ну, давайте дадим, как говорится, волю свистопляску. Ну, у нас, знаете, есть прецеденты в мире, когда легализуются продажи наркотических веществ, той же самой марихуаны, ну, чтобы, как говорится, наркоторговцам не доставалось, это в казну идет. Вот. Представляете? И ничего хорошего в этом нету. Потому что вот, ну, в социальных сетях я читала, или знакомые, которые у меня были, допустим, в Америке, в Голландии, вот играешь на детской площадке, и тут же, значит, эти обкуренные торчки болтаются. Ну, это крайне неприятно, товарищи, когда это в вашей жизни присутствует. Вот. Поэтому я очень рада, что у нас существует и государственная концепция снижения потребления алкоголя, и демографическая программа. Вот я, допустим, можно я свои 5 копеек конечно, ставлю, да, конечно. Воспользуюсь ситуацией. Сейчас у нас, допустим, реализуется уже... диспансеризации репродуктивного здоровья, да, когда все жители, все граждане Российской Федерации от 18 до 49 лет могут свое репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения по месту жительства поликлиники проверить. Там очень много услуг будет доступно, которые являются достаточно дорогостоящими. Да. Вот. В среднем, допустим, чтобы такой осмотр, контроль и анализы сдать женщине, да, среднестатистической, в частной клинике это будет в пределах 4,5-5 тысяч рублей. А в поликлинике это доступно по и бесплатно. ОМС, да? По ОМС, да. И более того, если там нужны какие-то высокотехнологичные, да, дальше вмешательства или консультации, это все предоставляется только для того, чтобы наши граждане, они имели здоровье и могли воспроизводить, да, как говорится, самих себя, рожать детей, быть счастливыми отцами и матерями. Ну, вот вы Америку упомянули, я там тоже был, наблюдал, я в тот момент уже... как бы не пил совсем, да, но коллеги-журналисты из России очень были озабочены, там тоже был день рождения случился, они побежали искать, они замучились.
они замучились просто искать, потому что в обычных продуктовых не продается. Пиво продавалось только на заправках, и были отдельно стоящие в чистом поле какие-то магазины довольно далеко. Там продавалось только алкоголь и только табак. И вот у меня ощущение, что Америка после отмены сухого закона, да, уже почти 100 лет назад, стала, все равно не вернулась на прежние позиции, стала гораздо более трезвой, и до сих пор это сохраняется. Ну, у них как бы очень высока доля наркоманов, и поэтому на этом фоне, может быть, как бы... Не сказать, что там меньше пьют, но давайте вернемся вот к этому, в чистом поле это здание стояло, да, где алкоголь продают. Я вообще, допустим, что хочу сказать, да? Я вот такую нарисую картину, может быть, для предпринимателей ужасающую, да, что в идеале, и я думаю, что к этому мы придем, может быть, не за год, и не за два, и не за 10 лет, в идеале это будет так. В городе Улан-Удэ будет действительно... отдельно стоящий алкомаркет, не на территории города, ну, допустим, за Сотниково, да, вот я туда его, ну, так в своих, так сказать, мечтах определила, вот один большой алкомаркет, он, допустим, работает, грубо говоря, ну, теоретически, не подумайте сейчас там, чтобы бедный там удар не хватил предпринимателя, что я там говорю что-то, да, это мои предположения, но я говорю, что теоретически к этому мы идем. Ну, с 12, до, грубо говоря, до 6, там в этом алкомаркете, который в Сотниково стоит отдельно, продают алкоголь, и все. И больше вы в городе Улан-Удэ, более того еще, значит, вы идете туда, вы покупаете определенную норму, да, то есть не ящик водки, а, допустим... Не сколько хочешь, да? Да, не сколько хочешь. По, ну, не по талонам, грубо говоря, на взрослого человека при предъявлении паспорта, допустим, 3 бутылки. С этими бутылками вы приезжаете к себе домой, да, и приезжает, грубо говоря, полиция нравов, которая смотрит, а донесли ли вы эти свои купленные 3 бутылки в алкомаркете, до дома, да, нигде-то там не подарили, не распространили, не продали. На самом деле такая практика, вот которую я нарисовала, страшный сон предпринимателя, да, она существует в скандинавских странах, и там это так работает, да, вот. Ну, давайте о веселом, да, вот вернемся к нашему стажу трезвости, Игорь, у нас сколько на двоих-то уже сейчас? У меня 14 лет, у вас? 21. 21, 35. Так, 35 лет, ну, неплохой стаж, скажем так, это получается такой среднестатистический 35-летний человек, да? Вот, вот лично вы со стажем со своим 21 год трезвости, вы как вот отнеслись к тому, что там вот не будет вот этих в домах многоквартирных алкоголь продаваться, и что там это вот ограничение времени, это как-то вам... Не, ну... Я эти... Задело это вас? Нет, я эти истории привет. Нет, я просто, мне стало интересно, каким образом, вот, понятно, предприниматели скажут, их, ишь, интересно, у нас проблема, им интересно. Но, тем не менее, мне кажется, что они, как бы, вот, если на этот вопрос отвечать, то есть, как бы, меня это не задело, я это приветствую, как любое ограничение, как любая доступность ограничения алкоголя. Но мне кажется, они выкарабкаются, останутся, и это будет такая массовая обычная история, что вот в многоквартирных домах работает продуктовый магазин без алкоголя, это станет практикой нормально утвердившейся. Мне кажется, потому что свято место пусто не бывает, уйдут одни, ну, придут другие, скажут, ну, ладно, с меньшей маржой, но мы все равно здесь закрепимся, потому что тропинка протоптана, и как бы люди кушать-то хотят всегда. Ну, мне кажется, продукты питания, они всегда будут, ну, конечно, востребованы, конечно, на что я, да, надеюсь. Да. Да. Вот, если говорить все-таки об алкогольной нише, то согласно существующим тенденциям и требованиям того времени, в котором мы сейчас живем, да, допустим, я вот не хочу нагнетать, но в случае, если в стране, допустим, объявляют военную, да, ситуацию, так, вот, там идет полный запрет на продажу алкоголя, ведь верно? Да, но у нас, как говорится, мы об этом не говорим. А у нас сейчас снижение, вот, ограничение потребления, увеличение, как сказать, я уже запуталась, да, уменьшение доступности алкоголя для населения, оно идет все-таки в рамках сохранения и благополучной демографии, да, чтобы, грубо говоря, население не вымирало. Вот. Поэтому дай бог, чтобы пока мы только в таком контексте двигались и не пришли никаким другим условиям. Но если вот в условиях военного времени можно вычленить из оборота алкогольную продукцию, да, значит, ну, в принципе, и в мирном времени то же самое можно сделать. Ведь никто от этого не умрет. Это не лекарство, это не вода, не хлеб, это не электроэнергия, да. Вот. И мне кажется, что наша передача, она не совсем о проблемах предпринимателей должна быть, да? Она должна быть о проблемах
Ну вот, допустим, а чем людям заняться, когда они не смогли купить алкоголь вечером, да? А есть ли у них там, как вот эти вот тренажеры, да, антивандальные там? Не, ну и таких здоровых альтернатив довольно много в последние годы на самом деле появилось, и мы видим, что люди в ту сторону охотно идут. Раз есть спортивные площадки, они не пустуют абсолютно. То есть люди занимаются, соответственно, значит, они вот не выпивают. Ну плюс еще, наверное, места не столь отдаленные можно вспомнить. Да, где действует сухой закон, да? Заключенные не мрут от отсутствия водки. Да? Их не будем в суе упоминать. Наоборот, здоровье у них укрепляется в основном, мне кажется. Да, потому что вот я очень часто бываю по работе в женской колонии, да, в нашей, на Пристанской. И вот они говорят, что когда у нас женщины-то сидят, ну, особенно вот страдающие алкоголизмом, там по нескольку лет, то они в порядок свое здоровье-то приводят. Конечно. Да? Пусть, а потом, пусть и вынуждены, да, пусть и против их воли. А потом их уходят воли, на волю и снова начинают, как говорится, причинять себе вред употреблением алкоголя, да, к сожалению. Вот. Мне сложно здесь что-то говорить. Единственное, что вот как человек, который живет в трезвости, да, и занимается вопросами трезвости, ну вот в силу своих, может, профессиональных обязанностей, я рада, что такие меры у нас приняты. Я понимаю, что не все население, как говорится, побежит за нами с красным флагом, да, но это уже насильственные, полунасильственные меры, направленные все-таки на сохранение жизни нашего населения. Mm-hmm. Это очень важный момент, его нельзя, как говорится, ну как-то замалчивать, и нельзя его принижать перед вопросами, значит, а будет ли нашим предпринимателям плохо? Ну, может быть, им и будет плохо, я им сочувствую. Может, государство какие-то найдет, не знаю, меры, что-то другое им предложит. Но мер поддержки, не связанные с алкоголем, тоже для предпринимателей, в принципе, довольно много, об этом тоже много говорится, и мой бизнес работает. И ну, так могу только сказать старую латинскую пословицу, да, закон суров, но он закон. Вот, и более того, я думаю, что эти меры, они будут еще и накручиваться дальше. Угу. Поэтому, как говорится, чем раньше предприниматели перестроятся от алкогольной продукции на другой род деятельности, тем лучше будет для них. Угу. Ну, и в завершение упомяну еще в этом же законе то, что теперь вот дни, в которые торговля алкоголем законодательно ограничена, это, по-моему, 20 их теперь будет, да, это самые разные какие-то даты, праздники. Ну, если от 360 дней отнять 20, сколько там остается-то, Игорь, да? Достаточно, чтобы, как говорится, предаться вредным привычкам, ну, может быть, и не предаться, да. Да, дни увеличили, понимаете? Многие говорят, а вот что там будет, а вот что там сразу наступит, ну вот светлое будущее. Возможно, оно сразу не наступит. Но принятие даже лишних вот этих вот там 6-7 дней, оно уже, понимаете, вот... Вплоть до того, что убережет чью-то жизнь. Вот. Не совсем. И, вот, и в том числе, да, оно уже общественное мнение приучает к тому, что ограничительные меры – это норма нашей жизни, к тому, что они будут у нас увеличиваться, да, и государство сделает все возможное, чтобы сохранить все-таки демографию на должном уровне, потому что иначе нам, грубо говоря, в реалиях сегодняшнего времени просто не выжить. Еще один вопрос, касающийся табака, да, вот, ну, по табаку тоже были введены ограничения с точки зрения, вот, все время закрытая витрина, которая там только на секунды открывается, когда надо подать сигаретную пачку покупателю, потом угрожающие надписи, картинки, я не знаю, как они на курильщиков действуют, не действуют, я не курю, но на меня они довольно сильное впечатление производят, когда я у курильщиков эти пачки вижу. Почему применительно к курению вот таких вот, там, я не знаю, сроки... Уменьшение сроков продажи тоже, может быть, вывод табака из многоквартирных домов, из магазинов не происходит. Это менее угрожающая ситуация. Это очень такая светлая мысль, между прочим, Игорь. Об этом надо подумать на досуге, да? Нет, по табаку я бы что сказала? Самым действенным сейчас по табаку является не картинка на пачке, а ее стоимость. Стоимость достаточно высокая, да. Хотя за рубежом она стоит, тем не менее, еще дороже. Ещё выше, да? Вот, но у меня даже есть пациенты, которые муж, допустим, с супругой курит в семье. И они говорят: Анна Геннадьевна, мы отказались, потому что для нашего бюджета это уже неподъемно. И это очень хорошо, да. Потому что цена психоактивного вещества она должна все-таки какого-то вот такого потенциального покупателя отталкивать, чтобы не каждый он день мог ее брать. Потом стоит все-таки, Игорь, вспомнить, что с 2013 года у нас рамочная конвенция вступила достаточно жестко, да, по отношению именно распространения табака. Это касалось и рекламы, и так далее, и тому подобное. Да, и рекламу, кстати, запретили. И ведь плоды-то видны. Посмотрите, на остановке обычно курит 1-2 человека.
а раньше курило сколько народу. Да, есть эти вот островки, есть проблемы, конечно, с электронными приборами доставки никотина в организм, но я думаю, что все эти проблемы решаемы, и сигареты, они потихонечку, возможно, канут, да, в небытие. Вот, ну, я бы не стала как бы смешивать, да, табачок и водочка рука об руку ходит, есть такая бурецкая пословица, да. Вот, наверное, потому что все-таки употребление алкоголя, оно быстрее воздействует на лобные доли головного мозга и приводит к непоправимым последствиям. Я не к тому, что там табак – это хорошо, да, но вот курящий за рулем, он как бы… И выпивающий за рулем, да? Согласитесь, это степени риска совершенно разные. Я думаю, что возьмутся и за табак, поскольку табак – это тоже медленный убийца. И все равно я как бы желаю нашим предпринимателям оставаться на плаву, как бы это кощунственно не звучало. А нашим слушателям я желаю делать свой выбор в пользу трезвого, здорового образа жизни и чистого воздуха для своих легких. Заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники номер 1, психиатр-нарколог Анна Нагаслаева принимала участие в программе «Мнение». Спасибо огромное. Будем обязательно за этой ситуацией наблюдать и после 1 марта 2025 года, да, когда закон встретимся. В полную силу, да, вступит, и обязательно ситуацию проанализируем. Спасибо огромное. Вел передачу Игорь Озеров. Всего доброго. До свидания. До свидания.